Руководство военного института сил воздушной обороны уволило своего сотрудника, сбившего двух пешеходов в Актобе. В учебном заведении посчитали поступок капитана позорящим честь офицера вооруженных сил. Как сообщалось ранее, инцидент произошел в Актобе. Командир взвода военного института сил воздушной обороны сбил двух девушек-пешеходов и пытался скрыться с места аварии. Военный был пьян. Свидетели ДТП пытались устроить самосуд над водителем, который после наезда протащил своих жертв по дороге. От массового избиения офицера спасли сотрудники внутренних дел. В настоящее время в отношении мужчины возбуждено уголовное дело. В Министерство обороны уже направлен материал об отстранении капитана Мухита Аубакирова от должности.